Украинский моряк попытался потопить яхту, принадлежащую генеральному директору Рособоронэкспорта Александру Михееву, которая была пришвартована на острове Майорка в Испании. В субботу мужчина, последние 10 лет работавший на яхте механиком, попросил экипаж спуститься на берег и начал открывать клапаны в машинном отделении, рассчитывая, что судно утонет. Но был задержан сотрудниками гражданской гвардии. На суде он заявил, что его босс – преступник, который продает оружие, убивающее украинцев, после чего был отпущен на свободу под залог.